Всем привет! Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи 2014 Аделина Сотникова поделилась мнением об увеличении возрастного ценза в фигурном катании. Сейчас, когда говорят о том, что хотят поднять возраст для взрослых поступления до 17 лет, я считаю, что это правильное решение. Но это сейчас. Спроси меня то же самое в 15 лет, я бы была очень против. Я в 13 лет волосы на себе рвала от невозможности выступать на чемпионате Европы. Фигуристка отметила, что хочет вернуться на лед, чтобы почувствовать драйв, который испытывала во время выступления. Сейчас мы в свои 20 лет считаемся старухами. Что нам делать? Каждый день тренироваться, а потом выходить на чемпионат России, а там такие вундеркинды, что попасть в тройку очень и очень сложно. И как-то приходит мысль, а нафиг мне вообще это надо? Добавила она. Ранее Международный союз конькобежцев ИСУ на Конгрессе принял решение внести поправки в регламент и изменить правила о начислении бонусных баллов за прыжки фигуристов во второй половине короткой и произвольной программ. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всего вам хорошего. До свидания. One cleaner than your church shoes, I really point to just to hurt you, all red lamp just to tease you, none of these toys on lease to, made your whole year in a week. Dive right in, follow my lead, well, I found a girl, beautiful and sweet, well, I never